Диагноз рак изгиба ободочной кишки, Т4А0М0, стадия 2Б. Что это обозначает? У ободочной кишки есть как минимум два изгиба. Здесь вы не указали, какой из этих изгибов имеется в виду. То есть вот если такую условную схему нарисовать. Вот это правая половина ободочной кишки, левая половина ободочной кишки, это поперечная ободочная кишка, и заканчивается все прямой кишкой. У правой половины, у правого изгиба ободочной кишки над ней лежит печень в правом подреберье, а слева селезенка. Поэтому иногда такие изгибы еще называют печеночный изгиб, либо селезеночный изгиб. Это значит, что опухоль находится либо здесь, либо здесь. Стадия Т4А обозначает, что опухоль проросла изнутри наружу стенки кишки и стала видна на поверхности, то есть она выходит за пределы серозной оболочки и брюшины, которая покрывает кишку снаружи, вот со стороны брюшной полости. N0 – это значит, что в лимфатических узлах не было обнаружено метастазов, и M0 – это значит, что нет отдаленных метастазов в других органах.